Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс. Как вы видите, сегодня у меня появилась очередная дискетка. Конечно, на эту дискетку я зарабатывал не один день, убивая слепых охотников. Ну вот, свершилось, и мне достаточно теперь репутации у инженера, чтобы получить еще одну дискету. Вот, активировал я эту дискетку, и давайте посмотрим, что же получим мы по этим координатам, которые вылетели у нас в дискет. Блин, последнее время, конечно, получать дискеты, это в принципе и не последнее время, а даже изначально, когда появились эти дискеты, их добывать не так уж и легко. Затрата при фарме хард-бункера очень большая, блин, и все оружие, которое есть огнестрельное, полностью улетает на эти дискетки, на те ресурсы, которые выпадают с зомби, и с них мы обмениваем на репутацию у инженера. Когда был ник, было все проще. Можно было с посохом Мороза зачистить полностью весь хард-бункер. Но вот сейчас, когда уже нету ника, блин, все так тяжело. Огнестрела не хватает. И не хватает терпения ходить на хард-бункер. Потому что, ну, просто все, что есть, уходит туда. Бронь, аптечки, оружие. Поэтому я собираю понемножку каждый раз, когда я хожу на слепого охотника, с него выпадает лут. Так же, как зомби, которые стоят на пути, на проходе к слепому охотнику, тоже выпадает с них лут. Я собираю и, по-моему, 6-7 раз убиваешь охотника. И вот, вуаля, дискетка. Вот такая вот карта по координатам выпадает. И мы можем ее залутать. Я понимаю, что сейчас мне лутать зомби бессмысленно. Потому что меня ждет там крутецкий лут. Ой, блин, еще и зараженный ящик, ребят. Это, конечно, неплохо, я вам скажу, что это зараженный ящик. Но лучше, конечно же, простой ящик. Открыл его и все. А вот для зараженного ящика нужна еще ванна. И также чоппер, чтобы транспортировать этот ящик к себе домой. Но ничего, сейчас у меня где-то там мой чоппер. Слава богу, у меня все это есть. Я открою этот зараженный ящик у себя дома. Ну, давайте будем надеяться, что там выпадет очень крутецкий лут. И у нас все получится. Отправляемся на свою базу. Там, по-моему, 45 минут целых нужно ждать, чтобы этот ящик очистился. 3 монеты у меня всего, поэтому мне не нужно, мне нельзя будет пропустить это все дело. В прошлый раз я дождался 20 минут, и 25 минут пропустил за 16 своих монет, или за 20, вот я не помню. Но вот сейчас у меня 3 всего монетки, и пропустить я, ну, никаким образом не смогу. Вот, притащил я свой чомпер. И давайте отправимся к ванной. Берем наш зараженный ящик и несем в нашей ванне. Надеюсь, меня не убьет этот ящик, он же все-таки зараженный, наносит нам большущий урон. Ну, не знаю, какой большущий. 3 в секунду, так понимаю. Ну, где-то 2-3 в секунду. 1 в секунду, то есть 3 в 3 секунды. 3 урона, где-то 3 секунды. Но его можно положить, выпить аптечку и продолжать дальше. Ох, вы видите, даже я положил на место на земле, и там земля, блин, попортилась. Вот это прикол. Вот этого я не знал. Давайте здесь попробуем положить. Смотрите. Фу, вот это зараженные. Вот это заразили, так заразили. Мне интересно, чем заразили это все дело. Похоже на животе у токсического. Или в толстяка, токсического толстяка. Вот похожие такие наросты в зомби. Ну, давайте положим это все в ванну, ребят. И просто-напросто обождем. Ух ты, 60 минут. Ну давайте я пропустим это все дело. Через 60 минут я уже вам сниму, как я открываю этот сундук и что в нем попалось. Итак, ребят, давайте продолжим. Вернее, закончим. Закончим видос, посмотрим, что же за лут мне упал с этого
зараженного ящика. Итак, нажимаем открыть. Ребята, это гранатомет М32. У меня это трешечка, это третий. FN Scar. Однозначно, вот эти зараженные ящики, это самый крутой лут, который я видел в этой игре. Потому что больше нигде не выпадает гранатометы, выпадают не только с зараженных ящиков. Скары также выпадают не из зараженных ящиков. То есть это однозначно самый крутой лут и самый эффективный способ добыть C4. Вот такой вот лут, ребят, сегодня мне выпал из именно ящика зараженного, который нужно ложить в кислотную ванну. И также нужно для него чоппер, чтобы перевести его к себе на базу. Гранатометище и FN Scar. Это самые уникальные, наверное, самые редкие оружия, которые могут быть в игре Last Day on Earth Survival. А вам, ребят, я советую поставить лайкосик под этот видосик и не забыть подписаться на канал. Спасибо вам всем за просмотр.